Ну что, друзья, всем привет. Так. Запись экрана. Итак, я начинаю записывать экран. Сейчас будем сидеть в чат-рулетке, угорать. Все, экран пишется. Заходим в Chrome. Вот видно меня. Собственно, по умолчанию Scarlett Solo ставим. Погнали. Громкость добавлю. Привет, как жизнь? Привет, нормально. Чем занимаешься-то? Ем. А кроме? Рэп не читаешь? Не артистка ли? Нет. А что здесь делаешь? Да просто. Разговариваю. Да. А, скучновато. Ну ладно, я полистаю пока. Давай. Ну давай. Сразу. Так, а ты одеть что? Привет, малые. Как жизнь? Как жизнь молода, малые. Привет всем. Вау. Здорово. Не думай об этом. Я не твой батя, старичок. Как жизнь? Я понял. Здорово, бро. Здорово, бро. Как жизнь? Как жизнь? Чего там? Чего там? Я понял. Йоу. Реальный рэпер с нами. Должанский Дима. Это ты, брат. А ты где, братик? Ты где? Давай споем. Реальный стилёчек. Белый снег, белый Порш на растрескавшейся земле. Хорошо было? Че ты кружишься? Старичок! Ну чё? Нормально делай. Сейчас поезд проедет, я тебя плохо слышу. Я понял. У нас тут поезд едет. А ты чем занимаешься-то там? Поезда, дороги. Нормальная тема. Это где на Руси? Ты откуда? Москва. Ты откуда? Москва. О, Москва. Ну, я под Воронежем живу. Давай песню какую-нибудь споем. Давай, пой. Пой, бро. Потерялся, старичок. Йоу. Hello. Как жить? Заебись. У тебя. Топ. А на блоке. Ты меня слышишь, блядь? Да, старичок, слышу. Блядь, это охуенно. У меня полчаса, блядь, не работало. Нихуя. Так, стоп. Ты рэп читаешь, походу. Откуда ты знаешь? Угадал, да? Ну, немного. Ну, давай, зачти что-то. Я просто сейчас на ютубчик снимаю видос. Ты уже понял. И вот. Да ладно. Давай, бомби. Будешь известным. Блядь, как канал называется? Влад Широк. Ну, блядь, что-то какой-то хуёвый канал, блядь, ни разу не слышал. Ну, давай попробуем вот так вот, давай. Так, слышно? Где твой рэп, шкарик, блядь? Я понял тебя. Йоу. Ты чё, срёшь, брат? Брат, блядь, ты срёшь? Брат! Я тебя нашёл. А, блядь, пиздец такого. Йоу. О. Здорово, кисунички.
Кисуля, я! А! Привет, красотка! Йоу! Здорово, старлей, как жизнь? Я понял тебя. Ты рыба. Ну что там на блоке, пацаны? Что там на блоке, пацаны? Пацаны, что там на блоке? Белый Порш, белый снег, белый лед. Белый Порш, белый снег, белый лед. Белый Порш, белый снег, белый лед. Белый Порш. Что скажешь, старик? Да ничего не скажу, молодой. Понял. Так, удачи тебе пожелаю. Взаимно. Чтобы по-доброму у тебя тут не было. Взаимно. Рэп не читаешь? Музыкант? Да, музыкант. Стараемся. Стараемся, двигаемся. Ну, молодец, старайся. У меня сын, если честно, читает. Я даже, если хочешь, ну, я не знаю, я могу даже тебе перекинуть. Ну, как, вот сейчас-то не смогу перекинуть. У меня сын занимается музыкой. А, ну он профессиональный. Но я только начинаю, чисто на карантине ничего не делать. Не, он так же, как и, если честно, они дома вот эти, просто рассказываю, они дома собрали тут банду у меня дома. Не, молодцы. Что там, с микрофонами замутили, свои треки записали, ну, ВКонтакте их слушают. Ну, ВКонтакте где-то там еще. А, нормально. А он что слушает? Бульвар Депо не слушает? Я не знаю, я как так... Он, ну такие, у меня ему 15 лет. Ну, такие песни прикольные, если честно. Мне нравятся. Ну, да. Ну, там с матом. Я тебе говорю, с матом. Я ему разрешаю. Ну, рэп. Ну, сейчас модно. Сейчас да, модно. Рэп. Да, чисто рэп. Ну, молодцы. Он, меня... Ты правильно поддерживаешь. Татуировочку сделал. Я его поддерживаю, понимаешь? Ага. Ну, ребенок как бы в каждом... В каком-то начинании должно быть что-то поддержка как бы родителей. Да, да. Сейчас жизнь такая. Да, тяжелая, тяжелая. Так что... И тебе как бы желаю. Да, от души. Чтобы сам тебя поддерживали. Всех благ, да. Все правильно. Давай, удачи тебе. Да, и тебе. Добро. Йоу, назови свое имя. Наташа. А как меня зовут? А? Не знаю. Я рэпер известный. Не знаю. Я красноликий. Не слышала? Нет. Красноликова. Первый раз слышу. А Старлея знаешь? Да. Нормальная тема. Ну чё, как тебе последний альбом Фараона? Да блин, мне как бы только некоторые его песни слушала. А что слушаешь? Вот же буду, слушаешь? Блин. О. Привет. Здорово. Как жизнь? Да, хорошо. Все у тебя как? У вас что, Хэллоуин? Да у меня карантин, вот скучно, зашел сюда. У тебя крутые очки. Спасибо. У меня, кстати, похожие, но вот сейчас я тоже одену, подожди. Давай. Мы будем с тобой оба в очках. Что, давно здесь? Ну, почти так. Да, Уже недели две, наверное, сидим. Ну, правда, с перерывами. А что, вы блогеры? Бля, почему перерубаются? Йоу! Алло! Алло! Привет! Привет! Чё орёшь? Извини. А почему бы нет? Почему бы нет, старичок? Расскажи, как жить. Было хорошо. А сейчас? Плохо. А что ты водитель из тех очков? Ну я вожу тачку. У меня Мерин. У меня Мерин. 200-ешка. 200-ешка. Мне это ни о чем не говорит. Ну я припаркуюсь тем. Не получится. Я из будущего. Ты с интернета? Старик, я тебя узнал. Я тебя узнал. Ты с интернета. Я блогер. Я блогер. Очень. Первый раз тебя вижу. Ну, Это же благо. Это силушка. Чего? Стримишь? Бывает. Скрывать не буду. Но я стримлю кошки. Когда у меня много пива, я начинаю стримить. Хожу на блог. Пью растишку. Делаю риш.
Жишку. Слушай, хороший микрофон, но связь вообще говно. Ну будем стараться. Звук хреновый. Да, то есть слово слышно, слово... Вот так. Смотри. Так лучше? Так лучше. А, ну это громко. Это не помог. Громкость, а то не видно тех. Вообще перегрузка нет? Просто нет, надо подальше от микрофона держаться. Вот так? О, вообще замечательно. Это я просто орал. А вот так смотри. Ну, супер. Шутишь. Оно мне надо. А ты что там делаешь-то? Я снежинки ловлю. А это что? Это газончик. Нормально. У тебя ночь, что ли? Я же говорю, я из будущего. Да. Блин, очень стильно живёт. Кудряво живёт. Почему? Хочешь, покажу тебе? Реально. Смотри, бро. Ярики, да? Валюта. Угу. Понял? Анс Парлей, давай. Нет, подожди. Объясни. Передай привет. Прошлое. У меня сейчас 1:09, да, 22 апреля. Хорошо. Передаю привет всем тем, кто заебался. Хорош. Душевно. Душевно. Я пошёл. Привет, слушай. Здравствуй, уважаемый. Экспресс-опрос. Буквально один коротенький вопросик. Ответишь? Ты пьяный, брат? Нет, трезвый. Ну давай. Слушай, вот. Считаешь ли ты Путина хуйлом? Йоу, брат. Как твоя жизнь? Хорошо. Чем занят? С тобой говорю. А кроме? Только с тобой говорю. Понял. Пойду дальше я. Хорошего. Мир. Как же на них жаловаться-то? Привет. Привет. Как жизнь? Ну. Я из-за тебя. Круто. Ну, здравствуй. Что скажешь? Привет. Слышно меня? Привет, говорю. Меня плохо слышно. Меня-то слышно. Хорошо. Нет, я тебя прекрасно слышу. Может быть, ты меня плохо слышишь? Нет, я тоже хорошо. Я тоже хорошо, отлично. Ну, что расскажешь? На карантине скучно. Очень? А, нет, это я скучная. А сколько тебе лет? За 20. Ух, ё. Ты из Москвы? А? Нет. А где это ты там? Нет. Где это ты там? Я дома. Это Уфа? Я дома. Это Уфа? Тебе нормально в желтых очках? Да, мне кайф. Я же артист. Артист? Да. Видосики на YouTube снимаешь? Да. В точку. Сила. Есть канал? Есть канал. Влад Широков. Отлично. А откуда ты? О, я не буду гуглить. Ну как хочешь. Это не важно. Точно. Пойду я дальше. М? Пойду я.
Ну, давай. Давай. Не хочу скучные. Хочу веселых. Ох, ё. Да ну нахуй. Понятно. Привет. Поют. Давай. Привет. Пой нам что-нибудь хорошее для души. Владимирский Централ, например. Не. А что можешь? Бульвар Депо. Давай. А нет. Не хочу. Да пошел нахуй. Не стыдно? А вы где? Вы за избой? Мы, вот. Короче, живем в куриной избушке. Мы бабушки на ковырях ножках. А, вы где-то в подворотне? Да, типа того. За МКАДом. Ну, хулиганки. А. Но только в юбке. А, пацанки. Ага, вот видишь. Про вас. Пацанки, это про вас фильм? Сериал? Нет, это про тебя. Ток-шоу. Это не сериал вообще, это ток-шоу. Смотришь? Телешоу, yes. Я понял. Ну что, расскажешь? Как про себя не смотреть? Передай привет. Спой ты нам что-нибудь уже, очкастый. Тебе не стыдно? Малая, тебе не стыдно? Ладно, молодые, я пойду. А все, мне должно быть стыдно. Ну вы там в грязи сидите. За избой своей. Где? Ну в грязи. Это избушка на курьих ножках. Рэп не читаешь? Давай прочитай ты. Я не умею. Я тоже. Ну спой нам что-нибудь. Ладно, я музыкалку хожу. Оценю тебя по пятибалльной шкале. Да не стоит. Маленькая еще. Ладно, я пойду. Охуел, я. Что ли? Ой! Как звать-то? Народная актриса. Ладно, пизду. Привет, старушки. Как жить? Чего? Как жить, говорю. А что вы делаете? Как... У меня хорошо очень. Так хочется. Е, ты ворвался, реально, брат. Давай, зажги его. Хорош. Хорош. Сила, бро. Молодец. Передай привет в будущее. Спасибо, спасибо огромное. Я вокальный человек. Понял. Давай, я пошел. А вы тоже вокальный человек? Да, чуть-чуть стараемся. Давай. Потихонечку. Петь не буду. Бабок не дают. Удачи. Не пою. Давай, бро, тебе. Понял тебя. Йоу. Как видишь, я в очках. Как видишь, я тоже. Но ты должен ответить на мой вопрос. Какой? Сложный или простой? Любой, старичок, на твой выбор. Сложный, да? Ну, пробуй. Ладно, скажи, как звали императора Японии, который правил во время Второй мировой? Конфуций. Ага, конечно. Извини. Ошибся? Ошибся. Это вообще китаец. Хорош. А легкий будет? Легкий? Да. Ну скажи, как звали императора, при котором распалась Российская империя? Николай II. Молодец. Ну на Руси живу уже. Ну вот, в России задать вопрос? Нет. Давай лучше свой, брат. Я вижу, что? Ты умный. Да, я в очках. У тебя Ray-Ban? Что? У меня Ray-Ban, бро. А, ну и что? Не задело? Ну, давай еще более простой вопрос задам. Давай я задам. Давай. Слушаешь Гуччи Мэна? Нет. Понятно. Привет, конфетка. Привет. Будем влюбляться? Нет. Почему? Потому. Загрустила? Губы такие? Нет.
Что тут делаешь? Чё? Ничего. А что, может, закружимся? Нет. В белом танце? Нет. На нет и сюда нет. Йоу! Передай Hello, привет. My friend. Хорош. Передай привет, брат. Куришь, сишки? Объять бы. Объяться бы, да? В КС бы раз на раз ебануть и микрофон тебе в жопу засунуть этот. Не боишься? Ты откуда сам? Малыш. Я из страны не боящихся. А вот здесь ты прав. Малыш. Хорошо было, малыш. Ладно, я пойду дальше, старичок. Что делаешь? А еще что? Привет. Танцуешь? Привет. Танцуешь румбу? Нет. Я даже не знаю, что это такое. А латину? Нет, не знаю. Джей-Зи слушаешь? Джейс? Кого еще раз? Джей-Зи. Джей-Зи, нет. Ну все, скучный ты. Все, почему-то дали мне не дали. Ладно, все, прекращаем эфир. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду рад.